К петербургскому приюту островок надежды подкинули странные мешки, крепко завязанные капроновым шпагатом. Открыв их, волонтеры обнаружили двух стареньких и испуганных собачек, похожую на тайтерьера Дину и баллонку Блондика. Десятилетний старичок Блондик отличался невероятно ласковым характером. Ему было тяжело в приюте, в окружении других собак, потому сотрудники в срочном порядке старались найти ему передержку, что было сложно. Но спустя три месяца малышу улыбнулась судьба. Он не просто переехал жить в квартиру, но и стал домашним. Хозяйка Ольга отвела блондика на стрижку, и он тут же помолодел на глазах. Песик начал путешествовать с хозяевами, много гулять, играть и отдыхать. Такой старости можно пожелать не только каждой собаке, но и каждому человеку. Блондика забрали домой в 2014 году, и вот как он выглядит сейчас. И не скажешь, что парень в почтенном возрасте. Дина, подруга блондика по несчастью, тяжело переживала свое пребывание в приюте. Другие собаки обижали ее, так что без передержки было не обойтись. Елена согласилась приютить добродушную старушку. Спустя какое-то время, девушка поняла, что уже никому не отдаст Дину. Вот так и осталась она жить у Елены, тоже весьма похорошевшая после стрижки. У Диночки все хорошо, ее любят и окружают заботой, балуют и ухаживают за ней. Вот так две обреченные собаки обрели свой дом и любящих людей, несмотря на все препятствия. Не бросайте своих животных.